Всем привет, дорогие друзья. Вот посмотрите, как я выгляжу с утра. Не самый такой презентабельный вид у меня. Но неважно. Дело в том, что я хочу сегодня вам показать гимнастику Ока Возрождения. Но самое интересное то, что там буду я, но 4 года назад. Дело в том, что я уже на канал на наш выкладывала эту гимнастику. И решила, что ну что я второй раз одно и то же буду делать на камеру. Тем более, я думаю, что нашим зрителям будет интересно посмотреть, как я выглядела 4 года назад, когда Ванечке было всего 2 года. Вот там-то я действительно толстая, пузатая, по сравнению с тем, что сейчас, конечно же, небо и земля. Вот, поэтому, кому интересно, смотрите. Сейчас я вам покажу ту гимнастику, которую я буду делать ежедневно. Называется она «Око Возрождения». Эта гимнастика укрепляет не только тело, ну а также еще и дух. Если вы желаете подробно ознакомиться с ней, то в интернете просто набирайте «Око Возрождения», там все подробненько напишут и расскажут вам. Итак, а сейчас я покажу непосредственно те упражнения, которые я буду делать. Их всего 5. Первое упражнение – это вращение. Вращение по часовой стрелке. Упражнение все делать нужно нечетное количество раз. Начинать с такого количества, как ваш организм может выдержать. Ну вот я буду делать 11 раз, а сейчас, конечно, я не буду столько раз делать. И просто чисто, чтобы показать, буду по 7 раз делать. Итак, вращение по часовой стрелке 7 раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7. Все упражнения выполняются в строго определенной последовательности. Следующее упражнение, которое я буду делать, здесь уже подключается правильное дыхание. Это упражнение делается лежа. Все вообще следующие упражнения начинаются с того, что осуществляется выдох. А на вдохе начинается уже непосредственно само упражнение. Итак, ложимся на пол. Это упражнение лучше делать на голом полу, без всяких подкладок там, потому что здесь ладони будут помогать делать это упражнение. Оно довольно-таки сложное для тех, у кого слабый пресс. Итак, ложимся на пол. Я выполняю выдох, а на вдохе поднимаю голову и ноги вверх. Следующее упражнение выполняется на коленях. Встаем на носочки. Выпрямляемся. Руки кладем на ягодицы. Делаем, как обычно, выдох. А на вдохе отклоняемся назад. Но не так вот отклоняемся назад. Ноги остаются прямыми, а разворачиваем плечи и голову закидываем назад. Итак. Так, 7 раз сделала. Следующее упражнение для меня почему-то оно самое тяжелое. Мне так кажется, что так я некрасиво его делаю. И все время как-то напрягаюсь, когда я делаю именно это упражнение. Итак, сели прямо. Руки положили вдоль туловища, рядом. Руки никуда не двигаются по ходу выполнения всех упражнений. Делаем выдох. На вдохе я встаю, запрокидываю голову, выдыхаю, опять сажусь. И так как это будет выглядеть.
7 раз. Это 4-е упражнение было. И следующее, 5-е упражнение. Если кто когда-то занимался йогой, то делали это упражнение, оно довольно-таки легкое. И выполняет следующим образом. Мы так на выдохе встаем в стойку. На вдохе выполняем упражнение. Итак, выдох. Ну вот и все. 5 упражнений выполнены. Затем рекомендуется лечь, расслабиться и полежать. Подумать о приятном. Чем мне нравится эта гимнастика? Тем, что на нее затрачивается очень мало времени. Она довольно-таки проста в исполнении. И дальше, по мере того, как я вот буду делать эту гимнастику, повторю, что это будет делать каждый день, нужно будет увеличивать количество подходов. Это должно быть нечетное количество раз. Если я делаю сейчас 11 раз, то через неделю я начну делать уже 13 раз. И так нужно будет довести до 27 раз. Конечно, в дальнейшем зарядка будет занимать больше времени.